Так, что у нас? Я не знаю, что делать, я не знаю, чистка воздуха. Нет. Получи! Всем привет, меня зовут Артур, и мы продолжаем страдать в Alien Isolation. В предыдущей серии мы с вами нашли бортовой самописец, который, судя по всему, по-моему, он был нерабочий, да? Я забыл, честно говоря. Короче говоря, нашли бортовой самописец, но никакого профита мы с этого не получили. Также мы нашли здесь револьвер. Револьвер, черт побери. Просто панацея сейчас будет... Против всех, я надеюсь. Против чужого вряд ли он поможет. Хотя мог бы. Все-таки револьвер, как-никак. Так, и сразу с места в карьер. Давайте погружаться. Да что ж такое? Давайте погружаться в атмосферу потихонечку. Тихо. Так, что-то произошло. И закрылись все двери. Хорошо, нужно их открыть. Дверь заперта. Ладно. Карты у нас по-прежнему есть. Естественно, нет. Не очень-то и хотелось. Ладно. Я смогу из этой комнаты открыть дверь? По идее, должен, да? Да, у нас теперь есть урт. Точно, мы еще в предыдущей серии получили как раз урт. С помощью него мы сможем теперь взламывать замки некоторые. Так, я понял. Я уже немножко подзабыл, как этим пользоваться. Так. Итак, замечательно. Нужно... Вау. Блин, как классно сделано. Нужно тренировать этот навык взлома коду. Best damages profit. Нужно тренировать навык взламывания. Навык взламывания, в общем-то, чтобы это делать быстро. Так, я могу как-то выглядывать. Да, вот так, отлично. Я надеюсь, здесь нигде чужой не появится. Так. Личные архивы. Кому? У Портер. Я не знаю, что значит У. Так, шеф, хорошо, тема терминала Севастополя. Шеф, есть новости, хорошие и плохие. Хорошая новость. Я заархивировал уже почти 80% сообщений внутренней почтовой системы. Она отключена от Аполло. Но я оставил в работе базовую службу связи, чтобы жители станции могли общаться между собой. Плохая новость в том, что тот, кто эту систему устанавливал, сэкономил на аппаратуре, и у нас были утечки данных. Я поручил разобраться с этими Майку Танаки. Он наш внештатный специалист по архивированию, вроде малый толковый. Я просто решил, надо сообщить вам, как идут дела. Франко. Угу. Форпост Прогресса. Точнее, Форпост Прогресса? Номер один. Автор Джулия Джонс. Разорение и уединение. Космическая станция, которая никому не была нужна, построенная компанией, о которой все забыли. На Севастополе царит запустение. Население сократилось до десятой части от оптимального показателя. Космопорт пустует, местные магазины закрылись. Спрос на дешевых андроидов Сиксона давно сошел на нет. А устаревшие суперкомпьютеры Аполло подвержены частым сбоям. Как мы до такого докатились? И что важнее, куда утекли миллиарды долларов инвестиций? Мое имя Джулия Джонс. Я 2 месяца прожила на Севастополе, чтобы подготовить статью для Colonial Times и попытаться понять, какую цену корпорациям второго эшелона пришлось заплатить за необдуманную экспансию в дальний космос. Так, вы меня простите, ради бога, что я как-то вообще не собран. Это все потому, что я сегодня немножко подустал, и сейчас уже довольно-таки глубокая ночь. Я уже немножко упоролся. Хорошо, ладно. Надеюсь, вы меня простите.
У меня уже глаза просто друг друга нахер посылают. Так, дайте-ка вспомнить. Нет, не то. Ой. Точно, я ж могу драться. Ага, хорошо. Так, как бы то ни было, я все равно остаюсь предельно внимательным. Я не пропущу просто ничего. Тихо. Я, по крайней мере, постараюсь. Так, мне этот вой здесь совершенно не нравится. Мне кажется, что... что-то сейчас пойдет не так. Вот отсюда, например, что-то сейчас полезет не так. Нет? Так, это просто шкафчик. Мы можем там спрятаться. Меня интересует вот это. Угу. Перед тем, как кликать на странные кнопки, я хочу просто осмотреться. Ага. Странный лифт. Почему здесь нету никаких картинок? Во всех лифтах вроде бы были картинки какие-то, нет? Угу. Я понял, то есть я сделал фактически круг, да? Хорошо. Ладно, я думаю, самое время отключить, чертой матери, эту сигнализацию. Твою... быстрее! 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 Хвост у него похож на... Так, валим. Так, здесь его нет, он убежал туда, хорошо. Да, открой дверь! Открой! Залезь! Не беси меня, Рипли! Я, конечно, считаю, что это абсолютно идиотская идея прятаться в местах обитания чужого. Он же лазит здесь. И эта музыка, она меня напрягает. Сохранение. Давай. Сохранить игру. Отлично. Хорошо. Он появился. Что я еще могу сказать? Дела теперь у нас не очень хорошо идут, я так понимаю. Здесь мы можем урод использовать? Нет. Мне эти звуки не нравятся, напряженные. Такое ощущение, словно он здесь где-то рядом может вылезти в любой момент. Вы это слышали? Напомню, что мы играем на самом сложном уровне сложности, то бишь аж на невозможном. Здесь нет ни карты, ничего, и чужой будет просто, наверное, как собака бешеная. Злющий, страшнющий. Хорошо, мы урт можем, в принципе, по идее, использовать теперь на других дверях. Нужно сюда выбираться. Тихо. Здесь я не могу использовать? Нет.
Чтобы использовать эту дверь, я должен восстановить подачу энергии. Я понял, хорошо. Когда-нибудь я это, может быть, сделаю, если выживу. Да, нам нужно починить урт, чтобы использовать, чтобы открыть дверь лифта, по-моему. Там, где мы нашли урт, там же была закрытая дверь, которую мы должны открыть. Да-да-да, я помню. Я вообще без проблем. Тихо. Так, что-то пошло не так, по-моему. По-моему, что-то... Что? Твою дивизию. Что-то совсем пошло не так, по-моему. Он где-то здесь. У меня нет ничего, что помогло бы его вычислить. Ужасно. Ужасная ситуация. Слишком. Так. Что не знаю. Я не знаю, что делать. Я не знаю. Чистка воздуха. Нет. Получи. Скотина. О, божечки. О, божечки. Ой. Добро пожаловать в ад. Блин. Хорошо, что я сохранился. Я не знаю еще, как правильно использовать ту хрень. Просто так, погнали отсюда. Просто будем пытаться его как-то обходить, я не знаю. Я прямо не знаю, задницей чувствовал, что он там сейчас вылезет. И все равно я туда поперся. Блин, сигнал теперь в другом месте. Эй, вот он. Хорошо. Пистолет все еще висит в воздухе. Ладно. Вон он ходит. Здесь все закрыто, нужно восстановить подачу энергии. Вон он. Куда он пойдет? Он меня может слышать, да? Он же может. Чужой может все. Давай, залазь. Залазь, дорогая. Аккуратненько. Что, где я вообще? Мне сюда надо? Вы слышали, он где-то рядом был. Где-то совсем рядом. Ой, все, нет, не заглядывай туда, пожалуйста. Слышите, он топает. Где-то там топает. Так, пусто, ладно. Нужен плазменный резак. Я думаю, что если бы сюда залез чужой, здесь бы и плазменный резак не нужен был бы. Чужой бы и так справился бы. Своими острющими когтями. Так, я здесь больше ничего такого не вижу. Блин, меня пугает эта вентиляция. Больше ничего такого я не вижу. Хорошо. Тихо. Я могу вылезти назад? Вроде бы да. Так, давайте аккуратненько. Вот бы сейчас был бы прикол, если бы открылось, и он как раз здесь стоит. Аккуратно.
Аккуратно. Очень аккуратно и тихонечко. Я не вижу ничего и никого. Мертвый. Он точно мертвый. Давайте просто сделаем это. Давай, сделай это, Рипли. Пожалуйста, давай, 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 давай. Он же прямо где-то там сзади. Давай, давай. Хорошо, код принят. Открывай, открывай, дверь, открывай, дверь, открывай. Нажимай, нажимай, нажимай. Мы это сделали. Мы это сделали. Это было чуть-чуть проще, чем я предполагал. Я думал, что он прямо сейчас за задницу укусит. Дальше я не помню. Я помню, что я заходил дальше чуть-чуть. Я помню даже каких-то андроидов. И все. Больше ничего не помню. Люди! Да что ж ты присела, дурочка? Твою дивизию. А, вот эти самые андроиды, которых я помню. Хорошо. Вещь, которая была у всех в мое время. Я на самом деле не такой уж и старый. Всего-то 24 года. Но хорошо помню те времена. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Аманда Рипли. Мне нужна помощь. Присядьте, пожалуйста. Вами скоро займутся. Ну и безмозглые же тут андроиды. Можно положиться. Они всегда рядом. Всегда трудятся на наше благо. Да. Наши андроиды просты. Они лишены эмоций и сходства с настоящими людьми. Они просто обеспечивают вам возможность спокойно жить, не беспокоясь о житейских мелочах. Они гениально просты и просто гениальны. Да, эти андроиды тупые. Помните, тут есть андроиды, которые почти что не отличаются ничем от от людей, собственно. По-моему, хотя я не буду утверждать. Помните, на Торренсе, как его зовут, я забыл. Тот мужчина, короче, у меня вылетело из головы, как его зовут. Тейлор, это была женщина. Ой, сейчас у меня прямо вертится на языке, божечки. В общем, вы меня поняли, там был единственный мужчина. Вот он сказал, что ему сон не столь необходим. Мне кажется, что он андроид. Как раз один из тех самых умных андроидов. Порой темп нашей жизни бывает таким головокружительным, что недолго и потеряться. Компания Sixon всегда помнит о необходимости человеческого общения. Система Apollo обеспечивает всю связь. Единственное место, где мы можем узнать карту. Не потерялось в эфире. Мы находимся вот здесь. Большую, да? Картину, мы не забываем. По-моему, да. Вот прямо вот здесь вот. Здесь закрытое помещение. Что мы можем здесь сделать? Мы можем... Так, можем выключить очистку воздуха. Что делает очистка воздуха? По идее, с очисткой воздуха, если мы ее выключим, здесь будет кругом туман, по-моему, да? Если мы... Ну, так, по логике. Если мы отключим очистку воздуха, то тут кругом все загрязнится. Так, питание камеры. Можем отключить камеры? Хорошо. Камеру в любом случае отключаем. И включаем доступ к дверям. Камеры нам тут нахер не нужны. И не будем использовать очистку воздуха, потому что я думаю, что нам будет на пользу здесь небольшой туманчик, да, вот такой вот. Я надеюсь. И просто гениальны. Они гениально просты и просто гениальны. Я не знаю, мне почему-то понравилась эта фраза. Так, вот, пожалуйста. Очистка воздуха. Отключенная очистка воздуха в действии. Я думаю, что это нам поможет прошмыгнуть здесь. Блин, он смотрит прямо на меня. Он смотрит прямо на меня. Зараза.
Секундочку, только что же здесь был кругом туман. Я же правильно понимаю, да? Очистка воздуха, я ее выключил, соответственно, здесь все должно быть такое. Так, необходим пропуск. Ну ладно. Будет. Нужен ионный резак. Да чтоб вас всех с вашим ионным резаком. Мне сюда как? Можно вообще, нет? Надеюсь, что да. Так, понял, ничего нету, хорошо. Ай, ладно. Дайте угадаю, ионный резак? Ионный резак, хорошо. И, кстати, да, мы ведь, я понял, в чем прикол, мы ведь отключили очистку воздуха исключительно в том помещении, да? Ты же не будешь этого делать, да? Не будешь? Ты этого не хочешь? Чем могу помочь? Мне нужно к пульту управления спутниками. Посторонним туда нельзя. Это срочно. Вы что, не видите, что происходит? Аполло контролирует ситуацию. Процесс регистрации почти завершен. Да ну вас к черту, сама найду. Тупорылые андроиды. Я не знаю, по-моему, если бы они ходили без масок, они были бы менее жуткие. Я бы не советовал. Да иди ты в паню. Банан тебе. Я сам решаю, куда мне идти. Я хочу сюда. Дайте мне пропуск. Нет? Может, я вынесу стекло? Ой. Я думаю, что они прекрасно своими сенсорами могут определить, что я наставил на них пистолет, да? Им это может не понравиться. Я не буду рисковать до тех пор, пока я не найду какое-нибудь сохранение. Какой же ты жуткий, Фантомас. Хорошо. Я надеюсь, что хотя бы здесь я могу находиться. Ну, вроде бы он меня пропускает пока что. Пока что я ничего не нарушаю, да? Хорошо. Стой там, даже не думай. Ионный резак. Ионный резак. Здесь нужно подать питание, скорее всего. Только подойди ко мне, скотина. Их можно убить вообще ведь, да? Слушайте, а здесь второй ходил. Второй, видно, зашел в ту дверь, да? Так, пригодится. Этанол. Недостаточно энергии. Хорошо, значит, мы, скорее всего, с помощью этого щита сможем открыть... Сможем открыть дверь, да? Значит, сначала я возьму вот это. Прибор слежения. Похоже, самодельный. У меня завибрировал джойстик. Почему? Твою мать! Вы потерялись. Нет. Все в порядке. Я не потерялся. Энергия подана. Почему? Кто ее подал? Так, отключим очистку воздуха. Мне нравится ходить в тумане. Освещение. Нет, освещение пускай будет. Система динамиков.
пускай тоже остается. Мне просто кажется, что этот туманчик поможет скрыться, если вдруг что. Личное. Замок отключен. Хьюз, я поставил механический замок на дверь, который ведет наверх. Нужно разобраться, что происходит. И я не хочу, чтобы несчастные случаи повторялись, шеф. Неверный каталог. Хорошо. Наш манифест. Впервые опубликовано в новостях Сиксона, февраль 2115 года. Ровно на 100 лет позже, да? Чем наш нынешний год. Ладно, неважно. Мы не хотим показывать вам новый мир. Мы хотим открыть его вместе с вами. Каждая новая технология и каждый новый научный проект компании Сиксон преследует одну цель – принести пользу вам. Мы надеемся, вы присоединитесь к нам в этом путешествии. Вместе к светлому будущему. Сиксон и освоение космоса. Официальная хроника. Автор Себастьян Сик. Впервые опубликована в новостях Сиксона. Наша звездная колыбель. 2034 год стал переломным в нашей истории. После того, как был открыт способ перемещения на сверхсветовых скоростях, Сиксон, тогда называвшийся Сиг и сын, встала на путь успеха. Началась космическая гонка, и под чутким руководством нашего основателя Джозаи Сига компания показала себя достойным участником этого состязания. Сиг и сын строила компоненты для космических кораблей, на которых человечество смогло выбраться за пределы Солнечной системы. Как известно, корпорация Вейланд не желала делиться технологиями межзвездных перелетов с другими компаниями, но, к счастью, Джозаи Сиг оказался талантливым инноватором и сумел наладить производство необходимого оборудования. Если бы не Сиг и сын, наше небо сейчас было бы совсем другим. Угу. В общем, понятно, да? Несколько корпораций, просто конкурирующих между собой. Понятно, да. Мэй, надеюсь, ты это услышишь. Я решил добраться до Сиксон телеком. Не стал тебя будить, чтобы ты не пыталась отговорить меня. Пойми, это наша единственная надежда. Кто-то должен восстановить связь, сообщить властям на Земле, что тут происходит. Не бойся, я вернусь. Я не оставлю вас, Глородних. Мэй, надеюсь, ой, ты это услышишь. Ой, что происходит? Я не то хотел, совсем не то. Кто-то должен восстановить связь, сообщить властям на Земле, что тут происходит. Не бойся, я вернусь. Я не оставлю вас, Глородних. Так, пока он не видит, давайте зайдем сюда. Я думаю, что нам здесь делать совершенно нечего, но я здесь слышу сохранение, как минимум. Фон, конечно, не самый такой оптимистичный, да? Что произошло? У меня завибрировал опять джойстик чуть-чуть. Хорошо. Ух ты ж, елки зеленые. Ладно, я думаю, что мы можем вот здесь сохраниться. Я надеюсь, что никто сейчас не придет. Отлично. И я думаю, что здесь мы, в принципе, можем закончить эту серию. И в следующей серии мы уже пойдем дальше. Каждый раз, когда здесь этот граммофон, так скажем, искажается, у меня вибрирует джойстик, и я высаживаюсь немножко. Хорошо, ладно, я надеюсь, что вам понравилось, потому что я все-таки уже даже испугался. В начале серии. Немножко так. Ладно, хорошо. Я надеюсь, что вам понравилось. И продолжим уже в следующей серии. Все, всем пока. Удачи.